папа, что он бус собирается взять. Всем привет. Говори привет ребятам. Так, мы выехали, в общем, Саша взял уже бусик. Выехали, Давид с Сашей сзади едут. Мы с Ромой впереди, тут на машине. Сейчас бабу с дедой подъедем, оставим машину нашу. Бабу с дедой возьмем с собой и поедем в Биркамен, в общем. Будем вам все показывать интересное. Поехали с нами. Поехали? Да. Рам, вкусно? Зайчик. А, зайчик. Так, наша первая остановка. Остановились, сейчас чуть-чуть походим. Мужики в туалет побежали. Мы тут перекусываем с Ромкой. Бабушка с дедушкой сидят в нашей машине, не хотят вылазить. Чуть отдохнем и поедем дальше. Да, Ромка? Поедем дальше. Нами поедут домой. Не домой. Поговори, да? Да. Такие у нас тут остановки на автобане. Там сзади заправка, и здесь вот такое, как типа Макдональдса, Бургер Кинг, вон кафе небольшое, в общем, можно перекусить, остановиться. Парковка здесь, лавочки, всякое такое. Ром, на дорогу не иди, пожалуйста. Маму жди. Мальчики побежали в туалет. Давид папу скрутил на мороженое или на что-то, не знаю на что. В общем, побежал куда-то. Тут вот пылесосы есть, можно пропылесосить машину, остановиться. Маленькая детская площадка. Такое вот. Идем сюда, Роман. Кто-то сбил вон шильд. Мы тут с Ромой все прогуливаемся, ждем Сашку с Давидом. По парковке. У нас сегодня такая хорошая погода. Здесь утром прохладно было. А сейчас прям солнышко вышло так хорошо. Я в одном свитерке. Классно, куртку даже сняла. Вот так. Сашка кофе еще, я сказала, купит. Выйдет. И поедем дальше. Вот машина, Рома. О, папуля идет, смотри. Папуля идет. Что такое? А Давид где? А мы с Ромкой по старинке сходили. Да? Да, Ромка. Ромка в кустики сходил.
70 центов сэкономили. Молодец, Джон. Пойдем. Я тоже буду такие вообще. Это морозиное. Морозиное это почти нельзя. Заходит, думает, что они показывают эти. Они показывают эти свои. И в пас. Рома, не надо. Сумасшедшие люди, короче. Те, кто это придумывает. Прививочный паспорт показывают, в общем. Чтобы внутри сесть, поесть, да? А купить можно без паспорта. Лучше вообще не покупать. Ну да. Роман. Что, все нормально с тобой? Ты хрюмкаешь? Да. Вкусно? Ага. Накушать на здоровье. Смотрите, какая машинка там стоит. Вся в камерах. Саша говорит, что это от Гугла машина. Что-то делает, в общем. Прикольная. Что она делает, Саш, эта машина? Снимает 360 градусов камера. Ты в Google заходишь, когда адрес какой-то, и посмотреть, чтобы вот так, знаешь, прям, как будто там стоишь. Ага, а, вот это эта машинка делает? Да, это вот эти машины снимают. В России Яндекс есть, вот они тоже там ездят. Прикольная. Раньше не видела я такие. Сейчас вот частенько встречают. Ромка говорит, увидела эту машину. О, наша машинка стоит, мама. Я говорю, это не наша. А где наша? Я говорю, наша я там осталась дома. Мы как-то уехали, выключил Саша свет полностью в доме, в квартире. Приехали, там у меня мясо все протухло. Пельмени разморозились с мятку. И сейчас мы уезжали, Саша тоже взял все, выключил. Я говорю, Саша, ты случайно мне не выключил там этот холодильник? Он говорит, выключил. Хорошо, что спросила. Все, в общем, едем дальше. Там самолет летит. Всем привет. Мы вышли на улицу прогуляться. Приехали к Сашиной тете. Беркамен это называется? Беркамен, да. Беркамен. Здоровайся. Скажи здрасте. Всем привет, друзья. Или ребята. Как вы говорите? Ребята. Ромка, ну-ка поздоровайся с ребятами. Баба Клара нас сейчас кормила. Где Рома? Ищи Романа. Вот он, Роман. А Роман не захотел кушать. Вышли на улицу, он захотел кушать. Взяли булку с собой. Вот он ее идет. Хомячит. Ага. Мы же не гулять идем. Куда туда? Куда туда? Ой, сколько листьев. Рома, смотри, как красиво. Смотри, сколько листиков. Автохаус Лада. Видите, русские. Русский этот. Папа. Стой. Вот он. И что там продается, Лада? И нет. Ни одной Лады не вижу. Почему нельзя снимать, Ром? А? В общем, вышли на прогулку, покушали, решили прогуляться немножко. Саша до киоска решил за сигаретками, а мы прогуляться вышли. Ромашка идет устал, бедный, да, Рома? Пойдем. Камеру, говорит, положи в рюкзак. Устал, сынок мой. Саш, что, ты видишь, где киоск? А, вот он. Он закрытый, что ли, или что? Ну, можем рассказать, как изменилась эта обстановка здесь, в городе. Обстановка какая-то. За последние, там, 10 лет. Смотри, как чуть-чуть говорится. Да. Раньше был такой чистый, красивый город. Нам закрывают рот. Так, ладно. Вон, видели, как его построили мечеть? Я такой репортаж только что снял, Анастасия Викторовна запретила мне прям в ультимативном характере выкладывать это в сеть.
и рассказывать о происходящем в этом славном в истории городке. Видите, какая стройка идет. Скоро. И небо красное. Сегодня. Цены какие? Ойра 59. А нет, ойра 51. Так это еще более-менее. У нас вчера ойра 55, по-моему, был, я проезжала мимо. Это еще более-менее. Цены. Может, ребеночка вот это. У тебя есть маска? На руках, которого носят. Ой, давай мы тоже поснимаем. Вы хотите тоже? Ничего не брать, стой здесь, пожалуйста, иди сюда. Рома, иди ко мне. Пошли, Рома. А, у Ромко. Приехали в магазин. Хозяин. В таком мы еще не были. Хозяин называется. Да? Вот Сарик. Ага. А вон еще стоят какие-то. Какой? Соросками. Ну, вот хорошенький. Вот тут уже подвявший какой-то. Какой-то. А какой вот этот прикольный? Прикольно, они хорошо выглядят. Они все хорошие, красивые. Возьми красный вот этот. Классный. Вот этот? Да, мне кажется, красивый. Красивее он. Да, правда, лучше в горшке какой-то подарить цветок. Ага. Красивенький. Да, посмотрим, потом возьмем. Будем брать мы этот? Не будем брать? А вот она, сгущенка стоит. Разная. Угу. Вот. Рис вот этот классный для плова. Да? Он для плова вообще классный. Кашки разные. Ну, не классно. Чистенький магазинчик такой, да? С мамой. Что, мам, не нашли? Не знаю. Сашка будет ругаться опять, скажет, сгущенку взяла. Ну ладно, я одну так спрячу. Он ругается на меня, что я беру, чтоб сладости не есть. Смотри, какой. Я хочу вот это взять, мам. Смотри, мам. Землянички. Mm-hmm. Варенье. Прям земляники внутри. Должно быть вкусно. Возьму такой, попробую. У нас меда столько. Мама дала, Люда дала. Вообще целая куча. Да-да, банк тоже привозила. До этого был, мы покупали. Спасибо.
Мам, тут тоже есть колбасы, смотрите. Это польский, наверное, да? Такое. А, вот кремлевские, она говорила, Марина, по-моему, сказала вкусные. Кремлевские, по-моему. Или кто говорил, кремлевские. Ну, я возьму и такие попробую. Огурчики вот. Гордон 3,99. Чё, мам? Скин молочный. Не знаю. Возьмите такую морозилку сейчас, закиньте одну. Какая колбаска вкусная, Лен? Ой, я хочу. Не берете? Я на рыбалку, когда еду, я просто так вот. Любую, да? Ну, после.